Примар города Чедерлунга Георгий Арманжи совершил ДТП на служебном автомобиле «Шкода Октавия». По информации официальных источников, авария произошла примерно в 11 часов вечера 15 октября на пересечении улиц Ленина и Мичурина. По словам комиссара Чедерлунской полиции Николая Арнаут, примар Георгий Арманжи превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал в кювет. Находился ли примар за рулем авто в нетрезвом состоянии, органам выяснить не удалось. На Арманжи Георгия Георгиевича были составлены три протокола, админ протокола или правонарушения, да. Это по статье 242 части 1, это за совершение ДТП, наложен штраф в сумме 800 лей. Статья 229 часть 3, это без страховки. И статья 243, это оставление места ДТП. По последней статье 243 материал направлен в суд для принятия решения, так как санкция предусматривает до года лишения с права управлять транспортным средством, либо 15 суток админ-арест. Была информация, что вероятно, что был нетрезвом состоянии. Определить это мы не можем, так как его на месте не было. По итогам оперативной работы не удалось узнать, как он скрылся с места происшествия? Всего слов только. Всего слов о том, что он поймал попутку и на этой попутке добрался до дома. Автомобиль находится на территории Чедерлунского комиссариата полиции. Сам примар не пострадал, за исключением незначительных царапин и ушибов. Характерная вмятина есть и на лобовом стекле. Предположительно, от удара головой. Георгий Арманжи свою вину не отрицает и допускает, что такое может случиться с каждым. Делали пробу по нулям, этот как он, драйвер, я думал, трубку ноль. Есть протоколы в полиции, все нормально, в ГАИ. Поэтому единственное, что Бог меня чудом спас, одним, чтобы так получилось. Петр Курдогла, советник городского совета, считает, что ущерб по восстановлению автомобиля должен быть возмещен виновником ДТП. Я не знаю, как совет отреагирует, но мне кажется, даже по закону это госимущество. По закону должен возмещать виновник. Как будут решать советники, я не знаю. Будем обсуждать. В 2008 году на приобретение служебного автомобиля городской совет выделил более 160 тысяч лей.